2015 год стал для нас знаковым. Благодаря нашим друзьям, телеканалу «Енисей», вся Россия узнала о нашем маленьком талантливом художнике. Сувениры с Толиными рисунками есть уже в Москве и в Екатеринбурге, и, конечно же, во многих городах нашего края. Хотелось бы, чтобы в мире было больше таких проектов и таких добрых дел. Когда я вижу, как Толя с упоением рисует, я верю только в самое лучшее. В новом году верьте в чудеса. Никогда не сдавайтесь. И все обязательно получится. С Новым годом! С Новым годом!